Санаторно-реабилитационный центр «Алтын-Балалык», расположенный на берегу красивого озера, снова открыл свои двери как раз к летнему сезону. Сюда на отдых приехали более 800 детей. Мэри Май приехала на отдых из Аша. Озеро Исыкуляна увидела впервые. Девочку восхитила красота природы и чистая вода. Также Мэри Май понравились условия, созданные в центре отдыха. Здесь со мной живут 6 девочек. Это мои подруги, с которыми я здесь познакомилась. Тут очень красиво. Центр расположен на северном берегу озера Исыкуль. Климатические условия в этой местности благоприятны для оздоровления детей. Окрестности центра благоустроены. Двор выглядит красиво днем и ночью. Безопасности детей, отдыхающих на берегу озера, уделено особое внимание. Здесь установлено 28 камер видеонаблюдения. Президент Садыр Нургожоевич өзүн фондусунан 100 миллион сом бөлүп берип, ушу балдардын. Президент Садыр Жапаров из своего фонда выделил 100 миллионов сомов. Ремонт был проведен так, чтобы для детей была создана благоприятная обстановка. В настоящее время для отдыха детей полностью созданы все условия. Самое главное – их безопасность. На озеро мы ходим спортсменами из Института физкультуры. Питание в центре четырехразовое. Кухня просторная, установлено современное оборудование для приготовления разнообразных блюд. Столовая оснащена современным оборудованием. Готовить тут легко, удобно. Мы стараемся делать вкусную еду. В центре также есть комплексные развивающие программы для детей. Организованы различные развлекательные и познавательные мероприятия. Кроме того, открыты специальные кружки по интересам и компьютерные классы. Также тут есть спортивные площадки и тренажерный зал. Тут очень хороший спортзал. Раньше мы такой видели только в фильмах. Мне здесь очень нравится. Алтын-Балалык действует круглый год. С сентября здесь будут принимать по программе реабилитации, направленной на оказание коррекционной помощи для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями. Я сюда приехала впервые, скоро у меня день рождения. Это был неожиданный подарок для меня. Всем здесь очень нравится еда, условия. Тут есть еще интересные занятия, преподаватели очень хорошие. Мне очень нравится это место. Кормят вкусно, занятия проходят хорошо и интересно. Каждый день изучаем что-то новое. Центр работает третий год. До конца лета здесь отдохнут 8 тысяч ребят. Такая забота о детях, которые являются будущим республики, осуществляется по инициативе главы государства Садыра Жапарова. Отметим, что центр Алтын-Балалык возобновил свою работу с июня 2022 года после 17-летнего перерыва. Здесь были проведены масштабные строительные работы, и он стал уникальным реабилитационным центром. Айзрек Акматова, Елена Ткаченко, Айнура Дустукбекова, Нурлан Чуйбеков, Алоту 24, Сокольская область.